Бестселлер марки «Лада» присутствует на рынке с 2011 года. В течение 4 лет «Гранту» постоянно модернизировали, от перенастройки подвески до добавления новых опций. Однако экстерьер модели тоже ждут изменения. В частности, «Гранта» первый из так называемой прежней линейки бренда автомобилей до «Лада Веста» получит дизайн в фирменном X-стиле. Об этом в интервью официальному «Лада Клубу» рассказал директор проекта X-Ray Олег Груненков. Первое обновление получит «Лада Гранта», потому что старт продаж этой модели был в декабре 2011 года, и автомобиль успешно продается все 4 года. Мы уже сделали небольшие изменения бампера, практически каждый год внедряем какие-то дополнительные опции, улучшенная шумоизоляция, подсказчики переключения передач, новый интерфейс, роботизированные коробки и так далее. Но вот говорить о том, что этот автомобиль получит новое лицо, для нас очень важно. Мы планируем, что в течение года проведем подготовку производства этого автомобиля, и в конце 2016-го, начале 2017 года на дорогах страны появится новая Гранта, сообщил Олег Груненков. Прообразом новых Лада стал концептуальный кроссовер X-Ray, представленный в 2012 году на московском автосалоне. Автор X-стиля марки — главный дизайнер Стив Маттин, ранее работавший в компаниях Mercedes-Benz и Volvo. На самом деле мы много трудимся над тем, чтобы создать абсолютно новый восприятие бренда Lada. Vesta X-Ray – те новые продукты, которые поднимут планку на абсолютно новый уровень, и все последующие глобальные разработки будут соответствовать этому уровню, отметил Олег Груненков.